Всем привет! Сегодня у меня для вас видео с распаковкой посылочек с Алиэкспресс. На самом деле посылок у меня намного больше, чем вы видите сейчас. Не стала все вытаскивать. Поэтому давайте не будем растягивать. Покажу все, что я приобрела. Расскажу обо всем более подробно. Постараюсь не затягивать и показать вам сегодня как можно больше. Перед тем, как приступить к просмотру, хочется напомнить, что ссылочки на все свои товары я оставлю в описании под видео. Поэтому, если что-то понравится, проходите, смотрите более подробно. И также в связи со сложившейся ситуацией, я не знаю, насколько еще будет у меня доступ к Ютубу. Смогу ли я дальше что-либо выкладывать на него? Мне очень не хочется терять вас. И не хочется, чтобы вы потеряли меня. Поэтому подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Ссылочка на нее есть в описании под видео. И тогда мы точно с вами не потеряемся. И вы сможете увидеть мои новые приобретения, идеи и много еще интересного. И давайте уже перейдем к просмотру. Что же у меня сегодня для вас? Первое, с чего мне хочется начать, вот такая вот белая посылка. Я только примерно знаю, что находится внутри. Ее еще не открывала. На самой посылочке, в принципе, было написано, что там приехало. Но давайте все-таки удостоверимся, так ли это на самом деле. Вот. Все, что находилось в моей посылке. И так, здесь я вижу... Да, на самом деле то, что я думала. Продавец все упаковал вот в такой пакет. Посылка ко мне пришла супер быстро, менее чем за 2 недели. Трек номер отслеживался. Первое, что мне хочется вам показать, у меня здесь идет кабель с переходниками на разные модели телефонов. Как бы с одной стороны USB, а с другой стороны идут переходники, с помощью которых можно подключить и подзарядить или использовать. Как бы свой телефон. Но в каком смысле переходники? Он просто тройной. Есть разъем для айфона, разъем тип C и разъем микро. И также с обратной стороны на каждом из дополнительных разъемов имеется вот такое отверстие, которое можно подключить как бы вот так и использовать. И так как у меня тип C, я не буду, конечно же, ничего подключать, я буду использовать вот в таком виде. Это очень-очень удобно. У меня данный кабель всегда быстро уходит из строя, так как я регулярно пользуюсь, часто в телефоне, и быстро у меня все это разряжается, дело. Поэтому очень-очень нуждаюсь в них. И смотрите, на обратной стороне также имеется выход USB, но если вам нужно, чтобы было с обеих сторон тип C, то как бы можно вот таким образом. Я так понимаю, можно даже с одного телефона на другой подключиться, подсоединиться, возможно. Не знаю, нужно проверять. Очень интересный кабель, длина у него хорошая. Я думаю, длина как минимум 1 метр. Здесь у нас ничего не написано. У данного продавца заказываю не в первый раз и всегда очень хорошее качество. Все хорошо работает, без каких-либо нареканий. Поэтому, в принципе, думаю, в данном случае тоже будет все хорошо. У меня есть вот такой блок питания. И давайте на примере этого блока питания проверим, работает данный кабель или нет. Может быть, что-то куда-то будет светиться. Я принесла пауэрбанк для того, чтобы проверить на примере него, будет ли заряжать или нет. Так, у пауэрбанка у меня... Вот такой вот выход микро. И вставляем сюда. Да, все хорошенечко работает. Посмотрите, все замигало, заработало. И я пока довольна. Не знаю, насколько здесь быстрая зарядка. Но, как правило, кабели длиной где-то около метра, чуть меньше. Они быструю зарядку должны поддерживать. Сам по себе кабель очень хороший. Такой с тканевой оберткой. И вот в таком исполнении мне нравится больше всего, так как они... Подобные кабели служат намного дольше. Здорово! Можно данный кабель использовать для всей семьи, скажем так. Для всех подойдет. Все разъемы имеются. Следующее, что у меня здесь находится, это USB-зарядник для авто, как бы автозарядник. И я все еще в поиске, когда вижу что-то интересненькое, заказываю. Как бы не всегда я беру только для себя, но когда меня просят что-либо заказать, я также заказываю и показываю вам. В этот раз у меня вот такой вот зарядник на 5 входов. Один из них даже поддерживает скорость 3.0, остальные 3.1 ампера. Вот такой вот классный, надеюсь, тоже работает. В данный момент я не смогу вам проверить и показать, так как мы находимся дома, а не в машине. На самом заряднике имеются вот такие данные. Вот так все это выглядит. У продавца можно было выбрать две расцветочки, черную и белую, но я решила, что черная выглядит намного интереснее, да и в принципе, мне кажется, белый цвет в машину более моркий, поэтому я решила взять черную.
черный, и так как у нас салон в машине тоже темный, лучше даже подойдет черный цвет, чем белый. Поэтому я взяла черный. И последнее, что у меня находилось в моей коробке, это селфи-палка, трипод. Можно ее ставить, можно просто в руках держать. Вот так это выглядит. У продавца очень это интересно смотрелось. Я не смогла пройти мимо, потому что я вообще, у меня слабость на такие штуки. Я когда вижу что-то новенькое, что-то интересное, я знаю, что я могу себе это позволить, то я, как правило, покупаю, потому что у меня есть необходимость вот в таких штучках. Я их использую регулярно. Для каждой съемки что-то из того, что приобретаю, как правило, они быстро выходят из строя, но на данный момент все те, которые я заказывала, у меня еще все работают. Все, что я до этого приобретала, было хорошего качества и работает по сей день. Но чем меня привлекла эта модель? Так, тем, что она и ставится, и можно держать в руках. И она отличается от всех тех, которые я заказывала до этого. То есть, как бы я когда заказываю, стараюсь первоначально приобрести себе что-то новенькое, то, чего у меня еще нет, или приобрести что-то лучше, чем то, что у меня есть в наличии, скажем так. Ну и давайте посмотрим, как это выглядит. На коробке многообещающие здесь значки. Также имеются кнопки, что-то туда-сюда. Как это внутри все это смотрится. Так, тут я вижу, имеются вот такие положения. Ой, как интересно все это щелкает. Также раскрывается. Интересно, насколько выдвигается. Я очень боюсь вот такие зажимные штуки, потому что... мне кажется, что прям телефон мой зажмет, и все. Сейчас попробовала, приложила, посмотрела. В принципе, вроде как для моего телефона должно подойти. Тут имеется вот такая вот штука, пленка, я так понимаю. Также можно туда-сюда выдвигать. Давайте проверим. Я так понимаю, вот эта защитная часть, это для того, чтобы батареечку держать. И она не начала разряжаться до того, как придет. Все, вытащили. Не совсем пока понимаю, для чего нужны эти кнопки. Как бы это понятно для того, чтобы делать фотографии издалека, саму себя, допустим, сфотографировать или на видео, я так понимаю, заснять. Но вот эта вот штучка больше похожа на джойстик, который поворачивает влево-вправо. Но здесь у меня пока ничего никуда не поворачивается. Возможно, как-то по-другому это работает. Нужно проверять, плюс еще нужно синхронизировать с телефоном, как бы по Bluetooth. Возможно, это нужно для того, чтобы сделать синхронизацию. И также данная селфи-палка выдвигается. Выдвигается довольно-таки неплохо, посмотрите. Давайте также проверим, какая у нее длина. Принесла линеечку свою металлическую. Длина самой трубки 43 сантиметра. Очень здорово. Только длина трубки, плюс еще здесь пока дойдет, еще здесь. Как бы нормальная длина, мне кажется, очень даже неплохо. Здесь вроде никак ничего никуда не поворачивается все-таки. А это нажимается сфотографировать. Так, давайте задвинем обратно, чтобы не мешало снимать и вам показывать, чтобы вы все видели, чтобы в кадр попадало. И также имеются вот такие ножки, которые выдвигаются, и можно поставить данную селфи-палку в качестве штатива. Можно так наклонить, как бы поставить, можно в бок, туда-сюда, можно просто выровнять и поставить прямо. Я не знаю, насколько это будет удобно и как хорошо будет фиксировать мой телефон, потому что... А, нет, вот эта штучка, она выдвигается, все понятно. Ее до конца, то есть нельзя задвигать, ее вот так выдвигаешь и потом ставишь. Всему нужно учиться. Но, в принципе, вполне очень даже устойчиво. И да, если захочется с наклоном, да, можно, в принципе, сюда выдвинуть. И тогда будет вот так. Эта кнопка отдельно. То есть можно поставить на штатив, допустим, телефон, взять эту кнопочку и фотографировать себя с разных ракурсов. Очень здорово, очень классная штука. Пока смотрю, уже, в принципе, разобралась, то, как это работает. Нужно еще попробовать будет подключить. Если выявятся какие-то недостатки с подключением на момент монтажа видео, то я обязательно вам об этом расскажу. Но если ничего не будет, то, в принципе, и дополнять будет нечего. И также имелась защитная штучка вот на этой кнопке. И сама батарейка находится здесь. Я ее не буду доставать, потому что я не вижу смысла, как бы думаю... Тут ничего такого, батарейка, и так понятно. И также, если тяжело будет разобраться самой, то есть вот такая инструкция по применению, что и как нужно делать. С одной стороны на английском, с другой стороны на китайском. Ну, я думаю, так все понятно. Также вот смотрю, есть видео на ютубе, где можно посмотреть то, как это все работает. Ну, все, в принципе, понятно. Давайте перейдем дальше. Следующая посылка у меня вот такая черная. Я ее только что открыла за кадром, потому что понятия не имела, что находится внутри.
чуть-чуть подглядела, скажем так, краем глаза. Поняла, что же находится здесь. И давайте покажу вам. В данной посылке у меня находились бумажные формочки для запекания. Все так хорошо было запаковано, что я даже не сразу догадалась, что же здесь приехало. Потому что, ну, слишком прям сильно замотано. Очень много пупырки. Я даже не знаю, с какой стороны мне подобраться, потому что даже пальцы не просунуть. Очень-очень все хорошо замотано. Давайте сейчас за кадром все это отмотаю, и мы уже перейдем к тому моменту, где будем рассматривать сами формочки. Буквально 5 секунд, и вроде как все открыла, все убрала. И да, сразу хочется отметить, что у продавца было несколько различных позиций. Можно было выбрать другое количество, побольше. Но я не стала сразу брать много, как бы не знаю, в какого качества все это придет. И поэтому взяла только на пробу самое маленькое количество, которое там было. То ли 10, то ли 20, может 30 штук, но не более. Потому что я взяла самую маленькую позицию, которая там была, чтобы проверить. И вот такие вот формочки. Очень интересно все запаковано. В чем плюс? Это то, что я вот сейчас достала из упаковки. Я смогу где-то в шкафу это хранить, и не будет ничего пылиться. То есть как бы достала, взяла нужную формочку и закрыла. Не буду думать, куда же все это убирать, чтобы не пылилось. Также вот такие вот формы. Они сделаны из пергамента. Очень прикольно. Отлично подойдут для того, чтобы вставлять их в силиконовую форму и защищать ее от грязи, ну, чтобы она не моралась. Да и, в принципе, проще все это делается. Воспользовались, выкинули и все. И вот такое огромное количество здесь. Давайте я не буду сейчас пересчитывать, сколько здесь штук. В описании под видео обязательно укажу то количество, которое у меня было. И вы там уже сможете посмотреть более подробно. Сами листы довольно-таки плотные. И пергамент не сильно тонкий. Вроде как нормальный. Диаметр у них, сейчас скажу, какой диаметр дна, 16 сантиметров. Да, диаметр 16 сантиметров. Отлично подойдут на форму 16-сантиметровую. И также высота 4,5. Но, в принципе, если у вас формочка чуть ниже, ничего страшного. Главное, не наливайте туда и тесто больше, чем нужно. Я по большей части брала для того, чтобы готовить бисквитные кексики. Как бы не кексики, тортики такие небольшие, что-то наподобие шарлотки. Также, возможно, их можно применять в других случаях, но я пока брала так, а дальше уже посмотрю, что и как я буду делать. Понравились формы, никакого неприятного запаха не ощутила. Посылка пришла за 3 недели, трек номер отслеживался. Следующая посылка, которая у меня здесь находилась, она вот такая высокая здесь, квадратная коробка. Там у меня написан адрес, поэтому я вам ее не показываю. Открою ее сейчас за кадром, и я так думаю, здесь у меня должны быть картины, поэтому это пришло вот в таком виде. Надеюсь, я угадала, что там картины, потому что у меня множество различных посылок, могло прийти что-то другое. Так, я тут вижу написано браш, щетка. А, это не картина. Ну, я думала, что это картина. Нет, это щетка для машины. Я уже заказывала щетку одну для машины, но там была маленькая, а это прям огромная. Я почему-то думала, что она меньшего размера. Ну, максимум вот такая вот, ну, плюс-минус. А тут прям гигантская щетка. Плюс еще в индивидуальной упаковке. Просто огромнейшая. Посмотрите, какая щетка. У нее очень жесткая, плотно набитая щетина черного цвета. Блин, классная. Очень крутая. Массивная, тяжелая данной щеткой. Ну, можно чистить колеса, как бы очищать от всяких загрязнений. Это, в принципе, тут нарисовано, для чего можно использовать. Также на сайте продавца были другие картинки. Было написано, для чего применяют данную щетку. Я ее заказывала для своего супруга, особо не вникала. Так, краем глаза подсмотрела, увидела, что можно чистить колеса и пошла дальше, так сказать, заказала и все. Но посылка ко мне пришла быстро, за 2 недели, трек номер отслеживался. Вообще, практически все посылки, которые я вам сегодня покажу, они пришли где-то в районе 2-3 недель, некоторые меньше, и не знаю, стоит ли повторять при каждом случае об этом. Щетка классная, очень плотная, посмотрите, она прям очень держит форму, хорошо набитая. Давайте посмотрим длину щетины. Длина щетины где-то 6,5 сантиметров, в диаметре 2,5. Сама щетка по длине полностью от щетины до конца ручки где-то 25 сантиметров. Ну, плюс-минус это так вот.
навскидку. Что хочу сказать в итоге по данной кисточке. В целом она мне пока нравится. На первый взгляд сделано все хорошо. Запаха постороннего не имеет. Щетина вроде как крепкая. Нашла еще одну посылку в виде длинной продолговатой коробки. Вот здесь, наверное, скорее всего, на самом деле картины. Просто мне уже приходили картины, и они были вот в такой коробке. Поэтому про предыдущую посылку я подумала, что там пришли картины. Как бы уже один раз получала, поэтому сделала такие выводы. Но, как оказалось, в предыдущей посылке у нас приехало абсолютно другое. А здесь у меня, да, на самом деле здесь картины, которые я ждала немножечко ранее. Все хорошенечко пока вижу запаковано. Все вот так. Давайте открывать. Интересно, какие именно картины приехали ко мне в этот раз, потому что у меня намечается там еще множество других картин. И что в этот раз пришло, я даже не знаю. Вот такие небольшие картины. В этот раз у меня здесь. Они в таком японском стиле, что ли, стиле гейши, чего-то такого. Я не знаю, как назвать, но они были очень красивые. Сейчас вы сами в этом убедитесь, я не смогла пройти мимо. Первая картина у меня вот такая. Да, кстати, хочу сказать, что все картины выполнены на холсте. Очень хорошего качества. Пока я вижу, что полная детализация. В последнее время часто заказываю картины разного размера, чтобы потом в итоге из них собрать какую-то общую композицию. В данном случае у меня 18,5 на 13,5 сантиметров картины. Первая вот такая. Также, если перейти по ссылочке, где находились данные картины, у продавца были еще другие варианты. Просто я выбрала самые-самые красивые, которые мне понравились больше всех. И я не знаю, как вам удержать, потому что у меня все это убегает и хочет свернуться. Очень красиво, я прям балдею. Здорово все это выглядит. Тут такая картина у меня еще. Одна картина очень откровенная. Вот такая. И вот такая в конце. Life More Warless. Классные картины. Пришли они мне быстро. Запакованы неплохо. Как бы ничего не пострадало. Качество суперское. Никакой краской ничем не пахнет. Мне нравится. Никаких нареканий не имею. И также, скорее всего, вы уже видели. Возле каждой картины я буду показывать то, как это выглядело у продавца. Я вам показала именно те, которые заказала себе. Следующая посылочка, которую мне хочется открыть вместе с вами, она вот такая вот пузатенькая. Я знаю, что находится внутри, но я ее еще не открывала. Тут у меня товар не для себя, я его заказывала для своего супруга, но так как оформляла сама, тоже, конечно же, посмотрела, что это такое, спросила у него, для чего это нужно, и не знаю, насколько хорошо я запомнила все, что он мне сказал, поэтому, если что-то где-то ошибусь, сильно меня не ругайте. Просто посмотрим, в каком состоянии все это приехало. Кроме почтового пакета, как мы видим, все это было запаковано вот в такой вот воздушный пакет. Тут у нас имеется название, что, зачем, почему. Снизу еще я вижу коробка. Вот так вот все это выглядит. 2 года гарантии обещают. Made in China. Первый раз получаю, чтобы прям вот так вот все было хорошенечко запаковано. Еще коробочка отдельная. И что же все-таки внутри? О, это, я так понимаю, еще подарок продавец, что ли, положил. Здесь у меня товар для рыбалки. А именно для чего? Как мне объяснил супруг, эти штучки, они на леску крепятся, и, я так понимаю, на крючок или на поплавок. Все это подключается куда-то, и реагирует, они светятся. Не буду сильно вдаваться в подробности. Если кто-то хороший, заядлый рыбак, я думаю, мужчина знает, для чего это нужно. Вот такая вот штука, только я не знаю, для чего и зачем. Давайте попробуем достать. Это все-таки пришло в подарок, потому что, когда я оформляла заказ, были только вот эти штуки. Там этого не было. И главное не сломать здесь ничего. Размеры от 10 до 40 написаны. Но я думаю, супруг поймет, для чего это нужно. Я не буду гадать и думать. Это как бы не по мне. И посмотрите, что, как это все выглядит. Металлическая цепочка. Вообще все они штуки эти одинаковые, эти датчики. Они отличаются только по цвету. Как мне объяснил супруг, они отлично подходят на тот момент, когда рыба начинает клевать, и в темноте они начинают то ли светиться, то ли издавать звук. И не пропустишь рыбу, как бы сразу ее заметишь. Вот самое интересное, я не знаю, куда вот это вот втыкать, потому что на моем телефоне такого разъема нет, на другом телефоне разъем есть, но там штекер побольше. Возможно, если крутая какая-нибудь удочка спиннинг, то там есть соответствующие отверстия, и, наверное, нужно подключать туда. Для меня это все сложно. Здесь я не вижу инструкции, но я думаю, мужчинам все легко понятно, не знают, как этим пользоваться. Просто давайте посмотрим, как все это выглядит,
красная, она, в принципе, вполне нормальная цепочка. Тут еще есть какое-то крепление. Все это вот так вот ездит. Текер не буду разматывать. Оставлю все это в таком же виде, как и было. Пусть разбирается сам. Я только посмотрю на целостность. Ну, естественно, покажу вам, как это выглядит. Желтенькая. Точно такая же цепочка здесь. Тоже крепеж все хорошо ездит. Таким образом. Это, я так понимаю, крепится на саму удочку, чтобы все это зафиксировалось. А это как крепится, я даже не знаю. Желтенькая. И внутри она выглядит вот так вот. Голубенькая и зеленая. Очень интересно. На любой цвет можно найти, как говорится, на любой вкус. Удобно то, что сразу комплект. И можно на несколько удочек установить, потому что заядлые рыбаки, они, как правило, не ходят с одной удочкой. Сразу берут 2-3 удочки с собой. О, кстати, эта штучка, она шевелится, смотрите. Чайно сейчас я задела, заметила. Надеюсь, ничего не сломаю. Как-то еще тут что-то откручивается на остальных, наверное, тоже. Не договорила. Заядлые рыбаки, они, как правило, не ходят с одной удочкой, как любители. У них по 2-3, а то и более удочек. И вот когда хорошая рыбалка, хороший клев, только успеваю вытаскивать. Я, конечно, тоже люблю ходить на рыбалку, но я не такой заядлый рыбак, чтобы прям вот такие вот вещи себе приобретать, пользоваться ими. Я больше любитель, так для души сходила, чуть-чуть порыбачила, рыбку половила и все. Тут, наверное, доставать штучку не буду, потому что они все одинаковые. Тут тоже все откручивается. Кстати, вот эта часть тоже откручивается. Не знаю, зачем что нужно. Искренне надеюсь, что я ничего не ломаю, откручиваю это. Да, снизу, кстати, тоже откручивается. Все полностью разобрала, как могла. И тут, и там, везде все раскручивается. Все можно подкрутить, подфиксировать, как что нужно сделать. Вот такая вот штука. Очень прикольная. Надеюсь, нужная и хорошо работает. Я отдам супругу, пусть он тестирует, проверяет, подключает, все это смотрит. И если выявятся какие-то недостатки, то я вам об этом расскажу, досниму. Но если ничего не выявлю, то, естественно, говорить будет нечего. В чем плюс? Это то, что все приходит в коробки и есть где хранить, потому что бывает часто такое, что эти детальки мелкие, они приходят отдельно, нужно для них место для хранения, а вот тут все удобно, как бы взял чемоданчик и ничего нигде не валяется, искать не нужно, где это хранить, и не испортится. Также посылка приехала крайне быстро, где-то недели за полторы, может быть, даже меньше, трек номер отслеживался. Все хорошенечко закрывается вот таким образом. И, в принципе, все нормально. И также еще подарочек. Мелочь, но приятно. Следующая посылка у меня вот такая пузатенькая, беленькая. Я так понимаю, здесь у меня должны быть блоки питания. И да, вроде как из того же магазина, откуда пришел штатив. Просто я все это заказывала одним заказом, но продавец отправил двумя посылками. Видимо, потому что то ли не успевал он, то ли просто решил так разделить. Что интересно, данные блоки питания шли именно с кабелями. Очень удобно, сразу можно заказать и то, и другое. И данные блоки питания разные. Давайте посмотрим каждый блок питания по отдельности. Начнем вот с этого маленького. Вернее, тот, который в меньшей коробке. Здесь у нас должно быть 4 USB-разъема. Ой. Прикольно так сделано. И на самом деле коробка вроде такая маленькая кажется, а внутри вот такой прям пузатенький увесистый блок питания на 4 входа. С быстрой зарядкой. Тут у нас 3,1 ампера. Тоже неплохо. Все это в пленке. Вот так выглядит. Кстати, начало видео я снимала вчера. Кабель, который я вам уже показала, вот такой вот. Я его проверила. Он отлично заряжает, поддерживает быструю зарядку. Вообще классный кабель. И вход у него плотный, прям хороший. Мне понравился. Поэтому сразу могу сказать, что все хорошенечко работает. Так, и что тут написано еще? 5 вольт, 3 ампера максимально, 9 вольт, 2 ампера, 12 вольт, 1,5. Вот такие данные. И так, здесь у нас есть кабель в комплекте с одним из этих блоков питания. Не помню, с каким именно. Наверное, мне кажется, с этим. Хотя разницы нет никакой. Данный кабель точно такой же, как я вам уже показывала. Поэтому его доставать не буду. Вот так вот разверну, покажу. Тут как бы понятно, что и как. Тип С. А тут можно насадки вот эти надеть. Соединить как хочется. Я так и оставлю. И да, чем они отличаются, данные блоки питания? У них разная мощность. Этот 65, а это, по-моему, 45 был. Да, вот он, микро. Тип С и для айфона. Вот, да, кабель идет сюда. Интересно, что все это по отдельности упаковали. Я как думала, это будет выглядеть. Будет коробочка примерно вот такого размера. И сразу там будет и кабель, и блок питания. Но, как я вижу,
все упаковали по отдельности. Это даже круто, потому что не всегда нужно и то, и другое сразу. Хранить будет удобнее. И второй блок питания. Вот, он такой тяжелый. Мне кажется, он там такой огромный. Прям этот увесистый. И он уже запакован по-другому. Ой, как здорово, здесь имеется переходник. Или что это такое? Или он просто так надевается? Да, он просто так закрепляется. Берем эту насадку, этот переходник. Переходник, и просто его сюда надеваем. И также имеется кнопка, которая защелкивает, что ли. Вот как-то вот. Можно закрыть или нет? Нет, это просто так для красоты. Нет, не для красоты. Ее нажимаем и оттаскиваем обратно. Вот, все понятно. Здесь у нас уже другие разъемы. И вот в данном случае отлично подойдет данный кабель. Потому что с одной стороны тип С можно сюда подключить. А с другой стороны, как бы тоже есть выходы на все разъемы, которые у нас имеются дома. Можно сразу подключить USB. Так и сяк. Очень классно. Блок питания уже более мощный, и он более тяжелый. Какие параметры на нем написаны. И внутри в коробке больше ничего нет. Тут тоже. Кстати, тут, наверное, даже лучше написано. Читать легче. Потому что там, может, и непонятно, что как. И кабель, который шел к нему. Наверное, это он, я так думаю, потому что здесь больше ничего нет. Интересно то, что блок питания черный, а кабель к нему белый. Тоже фирма какая-то другая. Кабель данный уже сделан по-обычному. Без оплетки, имеется в виду, это как обычный кабель, но он такой мягкий. Приятный на ощупь, кстати. Такой прям этот эластичный. И тут он уже идет на два входа, вернее, на один вход. Тут с одной стороны USB, с другой стороны тип C. То есть как бы вот так вот это работает. Сюда подсоединили. Ой, очень плотно входят. И плотно выходит. Не могу вытащить теперь. Вот. Прям видно, что новый разъем. Туговато еще. А с другой стороны, вот, тип С. Ну, теперь у меня этих кабелей полно. Данная посылка ко мне приехала супер быстро. Где-то недельки за полторы трек номер отслеживался. Начала собирать все это. Хотела сказать еще то, что никакого запаха неприятного не чувствую. Никаким паленым пластиком не пахнет. Во время использования вот такого вот кабеля тоже никакого запаха не происходит, и он не нагревается. Возможно, для кого-то эти данные будут очень-очень важными. Потому что я частенько раньше заказывала блоки питания. И у них часто очень специфический запах паленого жженого пластика. И также во время использования начинали они нагреваться. В данном случае такого нет. Следующая посылочка, которую мне хочется вам показать, она вот такая вот легкая, невесомая. Тут у меня должны быть меламиновые губки. На самом деле, меламиновые губки я заказываю из Китая не в первый раз. Я как-то до этого заказывала большое количество, вот недавно только их истратила. И так как у меня заканчиваться они начали, я решила себе заказать еще. Пока открывала, прорезала одну губку. Данные губки очень хороши в уборке, вообще в любых поверхностях. Отлично очищают как подоконники с сильным загрязнением, так и какие-либо вообще пятна. Очень нравятся они мне. Конечно, продавец советует, что данную губку надо сильно намочить, но в таком случае она очень быстро заканчивается, теряет свои свойства. Я вообще обычно ее режу на несколько кусочков. Чуть-чуть только смачиваю водой и уже именно точечно на те места, где у меня сильное загрязнение, где нужно хорошенечко все это отмыть, я использую данную губку. В таком случае все хорошо работает, хватает губки надолго. В данной посылке у меня было 10 меламиновых губок. На самом деле этого более чем достаточно на продолжительное количество времени. Они не имеют никакого запаха, похожи на обычные губки для мытья посуды, но поверьте мне, они не такие, как бы, если использовать для обычной уборки, то они быстро тратятся. Просто после намокания они становятся такими плоскими, вообще вот такими, как тряпочка, можно сказать, теряют свои свойства. Поэтому советую лучше пользоваться так, как делаю это я. В принципе, как сделаны данные губки, мне нравятся. Вроде с ними пока все хорошо. Также надеюсь, что они хорошо отмывают. Если это будет не так, то я также об этом здесь вам скажу и дополню. Посылка ко мне приехала быстро. За 2 недели трек номер отслеживался. Как вы видите, все, в принципе, хорошо упаковано. И губки вполне хорошие, все ровные по размеру. Никаких внешних изъянов на них нет. Следующая посылка у меня плоская. Я ее уже вскрыла, потому что понятия не имела, что находится внутри, и посмотрела, что это за товар. А здесь у меня находились вот такие вот пленки для машины. Не для всей машины, а именно для боковых стекол, как бы для зеркал имеется в виду. Для чего они нужны? Вообще их нужно нанести
на очищенное зеркало, хорошенечко распределить. Внутри они прозрачные, сверху это защитная пленка вот такого голубого цвета. Данные пленки хорошо помогают от запотевания или чтобы капли не оставались. Как бы продавец обещает, что все эти недостатки не будут задерживаться на стеклах и хорошенечко данная пленка будет все убирать. Вот решила взять на пробу, проверить. Так ли это на самом деле, потому что частенько возникает подобная проблема. Хочется ее как-то устранить. Вот так вот выглядят мои пленочки, те, которые заказала я. Вообще у продавца есть другие размеры. Я взяла самые максимально подходящие к нашей машине, но уже там можно выбрать на любой вкус и цвет. Мои размеры по самой длинной стороне, так, здесь 15, а по высоте 10. То есть 10 на 15 они. Такие вот овальные пленочки. В принципе, на первый взгляд мне нравятся, вроде как неплохие. Как будут в деле, посмотрим. Следующая посылка, которую мне хочется вам показать, я уже ее вскрыла, посмотрела, потому что этот товар не из самых дешевых, и я побоялась, что что-то придет сломанным или бракованным, поэтому проверяла целостность, сохранность, чтобы все было хорошо. И давайте достанем, посмотрим, что же там, вернее, покажу вам, я-то сама уже знаю, что там. И да, хочется сразу сказать, что посылка мне приехала быстро, менее чем за 2 недели трек номер отслеживался. Внутри коробки у меня находятся кнопки для клавиатуры, но, к сожалению, они только на английском языке, но в данном случае мне нужны были именно не буквы, а вот эти вот верхние цифры, так как в данном случае неважно, там, русский или английский, английский язык, только также нужны были цифры, вот эти вот кнопочки на замену. Мне хотелось как-то приукрасить свою клавиатуру, которой я пользуюсь на данный момент. Увидела интересный вариант, решила себе заказать. Очень мне он понравился. Кнопки здесь на самую большую клавиатуру, которую можно только выбрать. Также некоторые кнопки аж в двух видах, двух как бы экземплярах, и можно выбрать как нравится, как хочется, так и поменять. Также, как мы видим, все хорошенечко упаковано. В чем плюс? Это то, что пришло вот в такой упаковке. Можно свои кнопки, которые на данный момент снять, положить сюда и поменять на те, которые нравятся. Мне просто понравился шахматный такой дизайн, классный, мне кажется, очень здорово выглядит. И также я вижу, в комплекте продавец положил вот такой вот инструмент, пока не совсем понимаю, для чего он нужен, но я так думаю, для того, чтобы было легко вытащить кнопки из клавиатуры и ничего не выдергивать, как бы, видимо, нужно разъединить и там что это как-то сделать. Не знаю, еще не пробовала что-либо менять, только вместе с вами распаковываю, смотрю. Я думаю, проблем у меня с этим не возникнет. Когда уже приспичит, когда начну менять данные кнопочки, то тогда уже разберусь, для чего это нужно. А так, в общем и целом, комплект мне очень нравится. Такой красивый, прикольный. Понравилась цветовая гамма. Бело-серо-черная. Кажется, очень стильно. Красиво выглядит все это. Я в восторге. Удобно не только поменять, но и также будет удобно хранить все свои кнопки. Данный набор отлично подойдет на тот случай, если вдруг вам нравится ваша клавиатура, у вас нет какой-либо старого, вам негде взять кнопки. Вот в таком случае тоже хорошо подойдет. Можно что-либо заменить и всегда поставить ту кнопку, которой не хватает. Предпоследняя посылка у меня вот такая желтенькая. Тут написано кабель. Я уже открывала. На самом деле знаю, что находится внутри. Здесь у меня находится хаб-разъемник. Как бы, ну, как не хаб, а как объяснить? Адаптер для флешек, разного типа флешек, потому что у меня мой старый пришел в негодность адаптер. Он отличается от тех адаптеров, которые я показывала вам ранее, тем, что тут такие довольно-таки специфические входа, как бы, скажем, не самые ходовые, именно не для USB только, а еще для других флешек. Данный адаптер отлично подходит. Ой, как все хорошо запаковано. Давайте сначала посмотрим комплектацию, а потом уже покажу сам адаптер. Тут у нас есть гарантийная карта, конечно, которой, скорее всего, пользоваться не буду. Легче его оставить себе, чем сдавать обратно, наверное. Надеюсь, не придется приходить к такому. Также есть инструкция. Написано, что, как, зачем, почему. И есть вот такой вот мешочек для хранения. То есть, если не нужен адаптер, просто убрали и все. Также тут я вижу, есть какие-либо отверстия, видимо, дополнительные для того, чтобы можно было хранить. Можно сюда поместить вот так вот и хранить вот так. А сам мешочек использовать для чего-то другого. Допустим, флешки там хранить внутри. Прикольно, очень здорово. И я запихала, а теперь, как вы видите, не знаю. Оно не вылазит обратно. Все, разобралась, вытащила. Интересно, также имеется эмблемка с названием самого адаптера.
коробке больше ничего нет, на самой коробке вот такие данные, как бы HDMI вход, USB 3.0, microSD и просто SD. 15 сантиметров длина кабеля, цвет серый, другие параметры, Made in China. И вот так выглядит сам адаптер. Кабель очень прикольный, с хорошей оплеткой, как и те кабели, которые я заказывала для телефона. Здесь у нас тип C. Вот в данном случае также можно его подключить к телефону, ну и можно использовать переходник и использовать через USB. Разницы нет. И также посмотрите, тут у нас USB 3.0. Вот они, SD, microSD. Вот именно вот для вот этих флешек я и брала, потому что у меня адаптер, который предыдущие мои флешки вот эти принимал, он стал часто выдавать ошибку и ломать сами флешки. Ну, как бы имеется в виду, данные на флешке часто сгорали из-за этого, поэтому я решил приобрести что-то новенькое и заменить, чтобы мои данные не терялись. Также здесь есть HDMI и USB 3.0. Вот так вот все это сделано. Мне кажется, он металлический, что ли. Прям такой этот тяжеленький и очень хороший на внешний вид. Вроде как неплохо все сделано. Мне очень интересно. Ну, пока мне все нравится. Посылка ко мне пришла крайне быстро. Менее чем за 2 недельки трек номер отслеживался. Ну и последняя посылочка на сегодня. Здесь у меня находится тот товар, про который я вам уже рассказывала в одном из предыдущих видео. Если вы смотрели внимательно, то я думаю, вы сразу поймете, что же это такое. Сначала покажу, а потом расскажу. Здесь у меня находятся насадки для электробритвы, которые меня просили заказать. То есть, как бы я заказывала не для своей бритвы, вернее, не для бритвы супруга, а вот меня просто попросили заказать. Мы посмотрели, вроде данные насадки должны подходить, и поэтому мы их заказали. Как я вижу, в комплекте с насадками пришла щеточка, насадки 3 штуки, то есть как бы сколько нужно на саму бритву. И вот так вот все это выглядит, металлические. На первый взгляд вроде как сделаны хорошо. Вот так вот все это выглядит с обратной стороны, а вот так вот все это выглядит с лицевой. Посылка ко мне приехала не так быстро, как все остальные, где-то месяца за полтора. Трек номер отслеживался, но чуть-чуть подольше. Хотя продавец отправил сразу, к нему нареканий нет, просто так доставляли, видимо, долго. Нравится мне, как сделано, в принципе, вроде все хорошо. Осталось теперь только проверить, подойдет или нет. А на этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Ссылочки на все свои товары оставлю в описании. Если что-то заинтересовало или понравилось, проходите, смотрите более подробно. Также остались вопросы, задавайте, спрашивайте. С удовольствием пообщаюсь, расскажу более подробно. Спасибо за внимание. Всех целую. Пока-пока.